Сегодня в Барнауле в Алтайском государственном университете открыли цифровую студию «Лексема». Такая студия единственная в регионе. Она необходима для очного и дистанционного взаимодействия с аудиторией из других стран. Студия оснащена новейшим оборудованием. Следуя велению времени, мы, конечно, совершенствуем те технологии, которые используем. У нас уже накоплен хороший опыт по преподаванию русского языка как иностранного. Преподавала это по старым технологиям, но в этом году, благодаря поддержке программы «Приоритет», мы смогли открыть вот эту современную цифровую лабораторию. И я думаю, что это выведет еще на более высокий уровень сотрудничества нашего университета с друзьями из государств азиатского направления и поможет нам прирасти новыми друзьями. Здесь прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией губернатора, правительства региона и Алтайским государственным университетом по вопросу создания и функционирования цифровой студии «Лексема» с целью поддержки и продвижения русского языка, культуры и российского образования за рубежом. Я выпускник, это альма-матер, и поэтому всегда, когда приходит приглашение, я говорю на работе, что меня вызывают к ректору, и иду как дисциплинированный студент. Я когда шел на мероприятие, готовился, я пытался вспомнить, что же здесь было в годы моей учебы, и бывал ли я конкретно в 406 или нет. Вот. Вспомнить не смог, если честно. Вот. Ну, просто не смог вспомнить. Да и, наверное, даже если бы бывал, я бы ее точно не узнал. Просто это на самом деле современное технологически оснащенное пространство.